ну, все, наверное, знают, да, что есть балет «Ромео и Джульетта», такой, да? Вот. И все знают, что Тибальд убивает Меркуцию, а потом, значит, Ромео мстит другу и убивает Тибальда. Значит, там это самая кульминация балета, музыка вся напряженная, быстрый темп. Вдруг она резко обрывается, и там звучит такой, ну, Прокофьев сидит, играет это перед будущими постановщиками, которые будут ставить этот балет, да? Вот, и Прокофьев сидит, играет, и потом... Ну, а балетмейстер сидит, говорит такой, прикольно. Наверное, упал, ну, типа, ударил его, ножом он упал. Потом опять. А, привстал, наверное. Так, опять. Потянулся за кинжалом, потом опять. Опять упал, что ли? И так, 15 раз вот этот звучит его. А что с этим делать? Я говорю, я не знаю. Мне это нравится. Просто мне нравится, как это звучит. Я говорю, ну зачем 15 раз это играть? Я говорю, я не знаю, делать, что хотите. Вот так 15 раз. Вот такой был характер, видимо, да. А можно я еще расскажу немножко про жизнь Прокофьева?